Путь этого знаменитого орудия начался еще в 1905 году. Почти полвека оно стояло на вооружении российской императорской и советской армии. Легендарная трехдюймовка. Пушка, прошедшая через две мировые войны в фильме «Оружие». Войны второй половины 19 века показали, что артиллерийское вооружение российской императорской армии не отвечает современным требованиям и значительно уступает не только армиям европейских государств, но и вооруженным силам своего главного противника в Азии – Отаманской империи. Перед главным штабом была поставлена важная и очень сложная задача – провести реформирование и перевооружение армии и флота, в том числе оснастить сухопутные войска современными полевыми орудиями. Со времен Петра Великого русская полевая артиллерия развивалась эволюционным путем. Каждая новая система создавалась на основе той, что уже имелось на вооружении. Многие конструктивные элементы заимствовались у западных, нередко устаревших образцов вооружения. В конце 19 века изменились взгляды на тактику и стратегию боевых действий. В их основу легла доктрина массовых армий. Достижение серьезных стратегических целей считалось возможным лишь при высокой степени оснащенности войск разнообразными видами вооружения и боевой техники. Это вело к пересмотру роли и значения артиллерии. Во многих странах разрабатывались новые орудия, мощные и скорострельные. Первоначально считалось, что полевой пушке достаточно уметь бороться с живой силой противника. Для этого использовалась шрапнель. Шрапнель – артиллерийский снаряд, изобретенный в 1803 году английским офицером Генри Шрапнелом. Представляет собой свинцовый цилиндр, заполненный готовыми поражающими элементами, стальными шариками или пулями. Самыми горячими сторонниками шрапнельного вооружения были французские военные. Россия, которая после восшествия на престол императора Николая II стала союзницей Франции, учитывала это мнение при разработке требований к новым орудиям для своей армии. Французская пресса, начиная с 1870 года, пыталась доказать русским, и прессы, и генералы, и политики пытались доказать России, что самые эффективные орудия – это единая полевая пушка с эффективно действующей шрапнелью. Вплоть до того, что в французской прессе появлялись статьи, что тот, кто создаст эффективную шрапнель, станет господином всего мира. Среди требований к новой пушке была и высокая скорострельность. В тот период времени орудия уже заряжались с казенной, а не с дульной части. Собственно, заряд состоял из трех частей – гранаты, картуза, шелкового мешочка с порохом и зажигательного элемента. Унитарный снаряд, объединивший при помощи гильзы все эти элементы в одно целое, позволял резко упростить и ускорить процесс заряжания. В России такой снаряд был разработан Владимиром Барановским. Этот талантливый инженер стал автором еще нескольких изобретений в области скорострельной артиллерии. На 20 лет раньше западноевропейских конструкторов он создал орудие, лафет которого остается на месте после выстрела. Отдача заставляет откатываться только ствол, который вслед за этим сам возвращается на свое место. Прежде орудия после каждого выстрела откатывались назад на 4-6 метров. В конце 19 века командование Российской императорской армии объявило конкурс на создание новой скорострельной полевой пушки. Специальной комиссией были испытаны 11 опытных образцов, разработанных отечественными и зарубежными фирмами. После длительных испытаний, которые включали в себя стрельбы и перевозку на 600 километров, лучшим признали орудие системы Путиловского завода.
В его конструкции использовались все наработки Владимира Барановского. Унитарный снаряд, быстродействующий поршневой затвор, который открывался одним движением руки, лафет с противооткатными устройствами, механизмы наведения и устройство прицеливания. Калибр орудия составил 76,2 мм, или 3 дюйма. Он был принят не случайно. Новые пушки предназначались для непосредственной поддержки пехоты. Их расчеты должны были уничтожать живую силу, подавлять пулеметные гнезда и позиции полевой артиллерии противника, разрушать его фортификационные сооружения. Снаряды 3-дюймового калибра обладают необходимой мощью, чтобы выполнить все эти задачи. Увеличение же калибра неизбежно вело к возрастанию массы орудий и их размера. В результате ощутимо снизилась бы маневренность батарей на поле боя. По результатам боевого применения во время пограничной войны с Китаем в 1900 году в конструкцию некоторых элементов пушки внесли изменения. Она стала намного легче и надежнее. На вооружение Российской императорской армии улучшенное орудие было принято 3 марта 1903 года. 3-дюймовая полевая пушка образца 1902 года. Калибр 76,2 мм. Длина ствола 30 калибров. Начальная скорость снаряда 588 метров в секунду. Масса в боевом положении 1092 килограмма. Максимальная дальность стрельбы 8,5 километра. Скорострельность 10-12 выстрелов в минуту. Первоначально пушка образца 1902 года не имела щитового прикрытия. Поэтому в сражениях русско-японской войны расчеты понесли большие потери от огня вражеской пехоты и осколков снарядов. Учитывая опыт боевых действий, 3-дюймовку оснастили стальным щитом и панорамным оптическим прицелом. Новые приборы управления позволяли вести огонь не только прямой наводкой, но и с закрытых позиций, когда противник не видел батарею. Орудие стало отвечать всем требованиям современной войны, а по многим параметрам опередило западные аналоги. Кроме того, была увеличена дальность, огромная начальная скорость, почти около 600 метров в секунду. И, наконец, был достигнут сравнительно небольшой вес, мобильность пушки. Как всегда, традиционно, пушку везла шестерка лошадей, которая определяла, собственно, ее габариты. Отличные боевые качества 3-дюймовка показала в первых же сражениях мировой войны в августе 1914 года. Австро-немецкая пехота поначалу шла в атаку густыми цепями на расстоянии не более сотни метров одна от другой. Они стали хорошей мишенью для шрапнельных гранат, наиболее распространенного боеприпаса к 3-дюймовой пушке в тот период времени. Такой боеприпас содержал 260 пуль. Снаряды взрывались невысоко над землей. Шрапнель разлеталась в стороны, поражая все живое. В головную часть боеприпаса подсыпали дымную смесь и, ориентируясь по пятнам взрывов, корректировали огонь артиллерии. Чтобы полностью уничтожить поднявшийся в атаку батальон или кавалерийский полк, одной русской батареи из 8 орудий достаточно было 3-4 минут. Немецкие солдаты дали 3-дюймовке красноречивое прозвище «Коса смерти». Насколько эффективной шрапнель была при стрельбе по открытым живым целям, настолько же слабой она оказалась при поражении целей хоть сколько-нибудь укрытых. Громадные потери, понесенные противоборствующими сторонами на начальном этапе Первой мировой войны, заставили пересмотреть тактику ведения боевых действий.
Целые армии стали закапываться в землю. Боевые действия приняли ярко выраженный позиционный характер. Глубокие траншеи стали хорошей защитой от шрапнели полевых орудий. Русская армия вступила в войну, имея на вооружении хорошую легкую артиллерию при небольшом количестве тяжелых гаубиц. Причиной тому было слишком сильное французское влияние на развитие артиллерии в России в начале 20 века. Гаубичная артиллерия, которая могла вести навесной огонь, считалась военными теоретиками Франции ненужным излишеством для грядущей маневренной скоротечной войны. В итоге армия Германской империи оказалась лучше оснащена тяжелыми гаубицами, которые наносили тяжелый урон даже окопавшимся войскам. Это существенно повлияло на расстановку сил после перехода войны в позиционную фазу. Ситуация несколько выровнялась лишь с поступлением новых боеприпасов для трехдюймовки – фугасных и осколочно-фугасных снарядов. Полевая артиллерия получила возможность успешно бороться с защищенными огневыми точками и оборонительными сооружениями противника. С 1915 года для трехдюймовой пушки стали поставлять химические, дымовые и зенитные боеприпасы. С начала Первой мировой войны до 1918 года было выпущено более 8,5 тысяч трехдюймовых орудий и 54 миллиона выстрелов к ним. На полях Первой мировой эти пушки покрыли себя неувидаемой славой. Однако на этом боевой путь орудия не закончился. Впереди были сражения гражданской и Великой Отечественной войн. Рассказ об этом в следующем фильме «Оружие».